Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. У нас подходит к концу первая декада июня. И, как мне кажется, самое время посмотреть, что у нас происходит на пляже Могрен, на лучшем пляже Будвы. Будванская танцовщица, она же балерина, она же гимнастка. На месте, все в порядке. Погода продолжает оставаться пасмурной, с прояснениями, солнышком. Воздух днем до 28 разогревается на побережье. Вода, в зависимости от точки на побережье, от 20 до 23. И пойдем посмотрим, что у нас на пляже Могрен. Здесь у нас водное развлечение. Ценник на них можете увидеть. На пляже Могрен 2 даже лежаки еще не выставлены. Лежаки стоят, и кафе работает только на пляже Могрен 1. Ну и даже на первом хватает довольно много свободного пространства. Пойдемте посмотрим, что почем на этом пляже. Как видите, уже отделена полностью зона для купания. И посмотрим цены. На этом пляже тоже запрет на выгул домашних животных есть. Это просто спрашивали, на каких пляжах в Черногории можно с домашними животными, с собаками в том числе. Вот цены этого года. И еда, завтрак, вот омлет с сыром, 5,60. Могрен, завтрак Могрен, 3 яйца, 8,30. Сэндвичи от 4,80. Пиццы 9, 11, 13, 14, 10, 16. Бургеры. Бургер 9,60. Салаты 7,30, 9,80. Ну, прямо скажем, недешево. Вот, кстати, требуются официанты и на кухню работник. Тут вот кухню еще только вымывают, еще даже не начали на ней что-то готовить. Что-то в этом году на Могрене немножко затяжной запуск. И вот бесплатный пляж.
туалет здесь есть по евро, есть кабинки, ящички для личных вещей под замком. Пока места хватает всем желающим, даже на бесплатном пляже. На второй пляж дощечки еще не поставили проход. Ну, учитывая, что там нет платных лежаков, то понятно, почему не поставили. Ну, можно пробираться обычным способом, вот так вот. Ну, готовьтесь промочить ноги. Итак, сейчас узнаем, почем лежаки на первом Магрене. Все необходимое для пляжного отдыха тоже продается. Итак, озвучили мне цены на лежаки. Мое мнение, конечно, цены не очень гуманные. Первый ряд 2 зонта, 2 лежанки 30 евро, остальные ряды 20 евро. Напоминаю, до сих пор в Будве еще есть пляжи с бесплатными лежаками. Вот заканчивается первая декада июня, и в Будве еще можно улечься бесплатно. Ну а тут, как слышали, 31 ряд евро и 20 следующие ряды. Цены в кафе я тоже показал. Надеюсь, эта информация вам была полезна. Если да, можете поставить лайк. И до встречи в Черногории на моем YouTube-канале. Будьте здоровы и всего доброго!